большому сожалению и гордости, наверное, Казанского федерального университета нету в Москве отделения как Украиновского, и основной форпост как раз именно в Казани, чем можно гордиться в данном случае университету, благодаря Лилии Евгеньевне Сиганичной сделана вот такая вот уникальная структура, куда стремятся как раз и из Москвы сотрудники всех университетов, потому что на самом деле это уникальное вот это событие, которое происходит здесь уже неоднократно. Очень хочется посетить и получить знания от экспертов как РАИН. Я безумно благодарен Лилии Евгеньевне и администрации КФУ, то, что все-таки организовано вот такое мероприятие.